От того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Итак, мы продолжаем нашу передачу «От Шавуота до Пятидесятницы». Это цикл, который очень важный и интересный просто проанализировать, даже не говоря о обучении. Но я думаю, что это не стоит. Сегодня у нас дискуссия, чему я очень рад. Смотрите, мы говорили уже о Моисее, говорили о том, что происходило в пустыне, и до земли обетованной. Потому что эти праздники, которые даны нам в Торе, уже как бы более-менее расцветают или же имеют место жить в Эрец Израиль. Это самое важное. Но, когда мы говорим об Иерусалиме, Иерусалим не стал центром еврейской культуры, пока Давид, царь Давид, не взял его под свой контроль. А это прошло как минимум 400 с лишним лет. Да, примерно 400 лет. Это все, то есть 40 дней, 40 лет, 400 лет. Ну, я буду так утрировать, но условно. Это очень важно понимать, потому что в Иерусалиме... Кстати, следующая цифра 4000. 4000. Это наше время где-то? Возможно. Это очень так интересно. Цифры — это вообще таинство такое. Но просто хочу сказать, что мы хотим поговорить о Шавуоте во времена Иерусалима. Хотя мы понимаем четко, даже в Судьях Иерусалим не был местом жизни или обетования евреев. Ну, центром еврейской жизни. Центром еврейской культуры не было. Там даже не было усмотрено о том, чтобы там был бы храм. Хотя все понимают, что там Авраам пытался принести Ицака в жертву. Это да, но при всем при этом, действительно, Иерусалим, он не был еще завоеван, но не принадлежал евреям. Ну, фактически они его не взяли. Нет. И по большому счету, как бы, идея стационарного храма в Иерусалиме, она родилась в голове Давида. И Бог даже говорит: я просил тебя об этом. Идея, конечно, хорошая, но я тебя об этом не просил. То есть в планах у Бога не было такого повеления о стационарном храме. Не, ну... о скинии, да, было полностью повеление. Мы должны понимать, что там Бог говорит: построите мне. Вот это, и он дает расклад. И Моше получает видение от Бога, как должен быть построен Мишкан. В данной ситуации Иерусалим – это место великого царя, пророческий, мы можем сказать. Это некая проекция будущего, где многие события произойдут. И давайте мы поговорим формировании Иерусалима, во-первых, как центром поклонения, стало только во время царя Давида, правильно? Но при этом, при нем не было там скинии. Вот интересный момент. Вы сказали, что в планы Божьи не входило строительство храма в Иерусалиме. И вспоминаю место, есть ли что-то, чему Бог не повелел быть? Да, это раз. Понятно. Потом другой момент. Разве что-то в истории человечества происходит, чего Бог не знал наперед, и ему нужно включать план Б? Нет. Значит, мы можем сделать вывод, что, в принципе, в Божьи планы входило этот храм иметь в Иерусалиме как центр еврейской жизни на определенный период времени, потому что мы можем увидеть как параллельную идею: евреи еще в пустыне, и Бог говорит: когда придете в землю, поставьте себе царя. Но когда захотел народ поставить царя, а пророк Самуил из-за этого расстроился, Бог говорит: это не переживай, они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я над ними не царствовал. То есть интересно, если бы народ себе никогда не захотел царя, как бы тогда реализовалась идея Машеха? То есть о Машеях прежде создания мира. Я не пререкаюсь тому, что у Бога не было плана. Не, это я просто говорю, не... что неозвученные вещи Богом как части, да, не означает, что их не,
что они не имеют права жить или же развиваться, потому что у Бога есть всегда лучшая мечта для своего народа. Не, я просто вот сейчас еще одно место вспомнил, что Бог производит хотение и действие по своему благоволению, и поэтому то, что родилось в голове у Давида, можем сделать вывод, что Бог вложил эту идею, он его не просил напрямую. И очень часто в нашей жизни бывает такое, что у меня появилась какая-то идея, а я сижу и думаю, от Бога это, не от Бога. Да, прийти озвучить Богу это надо. Писание говорит, открывайте свои... Поспешствуй за меня в этом деле, как Давид молился. Да, да, то есть нужно понимать, что Бог может вложить идею, я могу сам ее придумать. Как бы, но если, ну, как бы сам, насколько я могу сам? И смотри, даже, ну, будем говорить так, Давид, получая откровение... Потом, получая ответ, что нет, для тебя то нет. Да. Но идея будет добрая, и только твой сын ее осуществит. Это, кстати, шикарная идея, которая в последнее время меня вот наполняет радостью. Потому что, ну, как-то на заре своей жизни мечталось о многом. Сейчас мне скоро 50, я понимаю, что какие-то вещи уже нереально осуществить, и кто-то из-за этого может расстроиться. А Бог мне как-то вот в этой истории с Давидом, Соломоном и храмом показал, что есть в этой жизни вещи, которые, заканчиваются на тебе. Которые не заканчиваются, они могут начаться на мне. Или я могу быть продолжением чьей-то идеи. Как, собственно, Авраам последовал в Ханаан, Бог ему сказал: «Выйди». Но не сказал куда, но Авраам вышел и пошел в Ханаан. Почему в Ханаан? Потому что его папа шел туда. А папа почему шел? Как бы, и вот здесь вот я понимаю, что есть вещи, которых я, к примеру, не смог достичь. Но у меня есть дочь, в которую я могу вложить какие-то идеи, какие-то откровения, которые Бог дал мне для того, чтобы двигаться дальше. А теперь твоя очередь. Доскажи немножко. Потому что я был... в том месте в Израиле, это Шило, там, где стоял переносной храм. И я скажу так, меня впечатлило. Впечатлило простотой. Вот реально какой-то простотой. Народ, когда приходил, располагался на склонах гор, а там было такое место, где все остальное стояло. Так, кстати, интересно, что это уже было не та скиния разборно-сборная, она уже носила такой полустационарный характер. То есть уже были какие-то стены. Да, там приходили, потому что мы видим Самуиле, тогда приходили уже постоянно. Да, то есть мы видим, что передвижная скиния в стационарный храм переходила не радикально сразу, а постепенно. Интересный момент, вот тут вот, по сути, то, что может связывать вот то, о чем мы говорим, или вы говорили, да, сейчас оба, а я слушал, и довольно интересный момент, а почем я действительно узнаю, что это от Господа, да, то есть вот, как Витя говорит, вот я могу мысль быть, вот пришла ко мне мысль, а я не знаю, да, почем я узнаю, еще в третьей главе почем книги. Почем это стоит сколько? Ну, почем, возможно. Маше задавал такой вопрос. Кстати, это входит в эту тему, почем, то есть, как это. Я извиняюсь, перебью, у нас сейчас мем такой пошел, у нас было собрание, и один пастор сказал, говорит, слушай, ситуация такая, там, что-то с крыши было, все, я говорю, и когда ты его, ну, будешь восстанавливать, он говорит, времени нет. Показал так, времени нет. Другие знают, как ты говоришь, почем? Сколько нужно времени, чтобы это все изменялось? Моше спрашивает Бога, почем я узнаю, что это ты, от тебя это было, да? И вот то, что Витя говорил, что вот когда ты придешь к этой, да, горе, вот это и будет тебе тем знамением, что это я. То есть, когда сделаешь все, что я скажу, вот тогда ты узнаешь, что это я. И здесь это все объединяет то, о чем мы говорим. Вот эта фраза «почем?» Это к тому, что вы мне представляете, это будет, в субботу буду говорить об этом, Ишуа пробыл 40 дней, он учил о том, чтобы его ученики верили ему. Там просто вот верьте, что произошло. Не просто так, это была встреча, обучение. А потом он их оставляет. И оставляет с приказанием ожидания. Не отлучаться, да, не отлучаться. Ты понимаешь, здесь... Не говорить, ну, ожидайте, а именно не отлучаться. То есть приказ не уходить, исполнить послушание. И вот ты свой, как ты говоришь, о чем мы узнаем,
как это произойдет. Да вы дождитесь и узнаете. Вот, так, вот и дойдете, и вот. И тут как раз вот в этом плане, да, он, то, что было сказано еще Моше, и действительно они пришли, была эта встреча Бога с громами, знамениями, со всем этим, было его слово, я тот, который вывел вас, вы меня хотели видеть, я тот. И при этом, когда мы говорим о храмах, одном, втором, да, об этом, то результат того, что он был именно тот, который был на горе показан Моше, что являлось? То, что эта скиния наполнилась, да, Духом Святым, наполнилась славой Божьей, которой не могли стоять никто, падали эти священники, и Моше не мог стоять, да, в том числе. То есть это в свидетельство. Потом. Вот, так я же к этому и веду, да. То, по сути, мы и видим то, что потом Иешуа стал по плодам их, узнаете их, то есть или не начало красит дело, да. А венец, да? А плод же Духа, вот. Любовь, радость, мир и так далее. И в итоге, как бы, мы видим то, что действительно было там, почем я узнаю, вот это и было то, что Бог, Он особым образом, Он является в это, и Он говорит тебе, это то, это здесь, ты правильно все сделал. Я это скрепляю своей Божьей печатью. Именно это было в Иерусалиме, именно подобное было и в Шило в свое время, да? Там вообще проблемы были с переносом этого ковчега, когда он уже его в Иерусалим хотел перемещать, но было определенное нарушение. Ой, сколько там нарушений. Да, но тем не менее, в конце мы видим Божью славу на том, что построил Шломо. И это тоже как бы... Давайте мы так будем идти к этой теме. Шавуот. Это очень важная часть. Иешуа, он говорит так, мы пройдем этот путь первого храма, второй храм, красота его, не красота, происходящее, переходящее с одного места в другое, победы, поражения. Да, мы приходим к тому времени, когда Иешуа заявляет о себе, как того, кто был обещан Всевышним. И момент очень интересный. Он говорит, разрушите сей храм, и через три дня он восстановится. Да? Они взяли эту тему как бунт, как богохульство, и как претензию было на его осуждение. Но очень много происходило движений в Иерусалиме. Мы видим новый храм, мы видим паломничество, мы видим то, что Иешуа был возбужден тем, что народ, храм, который был построен Богу, превращает в торговый центр какого-то иерусалимского прихода, я не знаю. И он здесь возмущен о том, что дом молитвы должен был назваться для всех народов, превращается в торговый центр для евреев. Один. Да, исключительно. На Бенигуда-стрит, да, это еще. Давайте поговорим об этом. Почему Иерусалим для Иешуа становится центром для общения? Для того, чтобы там же он проходил бар-мицву, будем так сказать, легко. Да, так. Там же он ему задавали вопросы о тех камнях, которые или о времени восстановления. Там же он его встречали на осле. Да, там же ему кричали «Хошеяйну, спаси нас сейчас». Там же его и распяли, и осудили. И там же происходит встреча, первая встреча с учениками, может, возможно, вообще Галилеи, да, там говорит, я встречаю. Но суть там, встреча происходит. И там же он и говорит, оставаться и ждать обещанное, что обещал. Как это похоже на историю с исходом? Выходите и идите. Как и с Авраамом, выходи и иди. Куда идти, зачем, что там будет? Здесь то же самое. Вот по поводу разрушьте храм, о чем мы говорили, восстановление здоровья невозможно без восстановления нормального обмена веществ. И что-то нужно разрушить в своих привычках, в своем мировоззрении,
чтобы восстановить потом уже на совершенно новом основании. И опять же, вопрос такой, осознавал ли в полной мере народ исход из Египта, осознавал ли в полной мере вот этот вот исход во времена Иешуа, народ что-то делал, там Моше были открыты пути, а дела были явлены Израилю. Здесь Иешуа владел ситуацией, и он знал пути, которыми Бог ведет народ, и на этом пути ему предстояло погибнуть. Он это знал, он это понимал. То есть у Бога нет ситуации, где нужно включать план Б. Бог проводит через ситуацию. Но вопрос осознанности, как правило, человек или народ, он не может до конца осознать и объять всего того, что делает Бог. И поэтому мы должны доверять Ему и быть послушными. Тогда народ вышел и должен был быть послушен Моше, который получал слово от Господа и говорил, идемте, цель ясна, но пути бывают разные. Поэтому мы идем так, как говорит Господь. Здесь то же самое, Иешуа пришел, родился, вырос, прошел вот этот жизненный путь, подготовил учеников, потом подготовил их, в принципе, к тому, что он умрет, но они не осознали этого. Потому что, когда он таки умер, был распят, для них это был шок. При том, что они столько раз слышали от него. Мы читаем, мы видим, как можно было это не понять. Но им это было непонятно. Хорошо, мы сейчас читаем в Писании, чтобы это в этом празднике Пятидесятницы настал в Иерусалиме день Пятидесятницы. И ученики Иешуа собрались в горнице, и пришел этот звук, шум, люди на это обратили внимание, ну, как бы так, очень, очень красиво написано, да, но мы должны все-таки быть не писателями или фантазерами, как это там происходило, а реальность. Знали ли ученики, что они получат Дух Святой. Фактически он предупреждает, идите, ожидайте обещанного от Отца. Да? И сойдет на вас Дух Святой, да. Примите силу. А вот у нас еще была одна встреча, где Иешуа вдохнул, сказал, примите Дух Святой. Или как обещание, примите. Или вдохнул, да, написано, да? Вот, да, где поставить... Ну, это вот, в русском языке. Да, но опять же, дыхание, оно же еще должно долететь. Ну, руах это же должно быть. А руаха мы не можем принять, пока не согласимся. Пока мы не переживем его. Смотрите, еще один интересный. Тот Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть, как бы, ну. Знали ли ученики, что будут крещены Духом Святым? Нет. А как я думаю, нет? Что знали. Почему? Подождите. На уровне разума, да, у них была информация. Матвея, 3 глава, да. Матвея, 3 глава, 11-12 стих. Иоанн Креститель, да. Когда крестит водой в Иордане, что он говорит, да, всем, которые крестят? Я крещу вас водой в покаяние. Это Иоанн говорит. Иоанн говорит. Но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасаемым. Смотрите. Знать знали. Вопрос, понимали ли, о чем речь? И да. Намек, смотрите, тут идет не только на Дух Святой, который, да, но еще и на пшеницу, на вот тот урожай в этом месте. Есть еще одно место Писания. То есть на Шаваот? Да. Матвея 13 глава. Другую притчу предложу. Предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле свое». И там вот тоже идет с этим связано. И где он говорит, что пришел враг, посеял плевела, эти плевела, это самое. Он говорит, оставь до чего? До сбора урожая. Но, видите, до Шавуот. Хорошо, но здесь вот момент такой интересный, потому что давайте будем рассуждать так. Чем были водимы пророки? Духом Божьим. Духом Писание Божьим. Говорит об да, этом. Да, и, например, Иосиф, четко написано, и Бог был с ним. Ну, Бог но... есть Дух, поклоняйся Ему, поклоняйся на истине, правильно? Значит, некоторые персонажи Священного Писания, пережившие Бога, а я верю, что
ты не можешь получить какие-то откровения от Всевышнего, которые от Всевышнего без его духа. То есть мы понимаем это. И даже тот же Самсон, сошел на него дух. Да? То есть, ну, понятно, что ситуации, все-таки духовная жизнь была в Израиле. Понятная была жизнь. Здесь же мы, когда говорим о Пятидесятнице, мы уже видим другой такую параллель или уровень, где с откровением Петр начинает цитировать пророка Иоиля. Хотя многие говорят, апостолы были безграмотными. Если были безграмотные, они бы не сделали комментарий на Амоса, правда? И на Иоиля. Иоиля и так далее. Но здесь он начинает вопрос как раз, здесь исполнение и сыны ваши. То есть данный опыт переживания становится доступным тем, кто искренне поверит. И когда люди, услышав это, они говорят, что нам делать? Он говорит, покайтесь и примите. Новая Пятидесятница. Параллели Иерусалима. Интересно просто. Для меня это просто вот очень интересно. Забились ли эти ученики в какую-то келью, комнату 20 на 20, 150 человек? Сказал ли Иешуа им, идите и запритесь на три замка от страха и ждите, пока вы не избавитесь от страха. И потом вы будете свободны. Он даже сказал, идите проповедуйте по всему миру. Они могли собраться и пойти. Но он говорит, не-не, вы не сможете донести благую весть, пока вы не примете силу Духа Святого, то есть от которого будет послан от Бога. Такой момент. Насколько вот можно принять это, что ученики от страха закрылись в двери, молились, да, и вдруг все написано, что там услышали, что они молились на тех языках или тех наречиях, которым они были рождены, те странствующие иудеи на такую пилигримскую работу. Что произошло? Как вы думаете, что вот там могло произойти? Ну, лично мое видение всего этого процесса, я не вижу там вообще горницы, как той горницы, в которой они там принимали Песах, скажем так. Потому что есть такое мнение, что это как раз-таки была та горница, где они, вечеря была Господня, где он преломлял хлеб и так дальше. Я лично вижу, потому что это слово, оно само на греческом, оно довольно неоднозначно. И это не второй этаж, и это не мансарда. Но по сути... И не подвал. И не подвал. Но по сути, если мы посмотрим из контекста, то мы можем увидеть, и это говорит о том, какое то количество людей там было, что они слышали и что там происходило, то по сути есть такое мнение, к которому я склоняюсь, что это по сути происходило, все действие происходило в храме, в притворе Соломоновом, где любил собираться Иешуа со своими учениками, туда, куда Иоанн с Петром потом и шли на молитву по обыкновению, как сказано, да, в Евангелии от Иоанна. В данной ситуации я вижу это действительно так. И они были в храме. Они в храме молились, как это было положено. Значит, страха не было? О каком страхе мы вообще говорим? То есть в данной ситуации есть аналогия того, что тот же Петр, да, отрекся от Иешуа три раза в течение вот это, пока петух не пропоет. А он сказал, вы все меня оставите. Вот, то есть здесь, и он наоборот даже их отпустил. Он сказал, это не делай, не надо, но и так дальше. Но смотрите, но при этом... Он провел с ними 40 дней. Безусловно, обучая, уча их, показывая, да, показывая места Писания, где о нем сказано и все остальное. Они видели его воскресшим именно по плоти, который утверждает фактически веру. Если бы кто-то из наших людей сегодня воскрес из мертвых, да, и приходил бы на собрание и учил, у нас бы такая была бы вера. То есть мы бы горы перевернули.
Понимаете, так не боялись бы, сказали, если его убили, и Господь воскресил, то, может быть, и нас такое произойдет. Смотрите, Валентин Романович, вот я бы хотел как бы вернуться действительно к интересному, вот лично у меня эта аналогия, да, силой, обретение силы, или облекете силой то, что обещает им Иешуа при вознесении. По той смс-ке, которую вам там присылали. Да, да, вот да. Именно в тот момент он им пообещал, что если вы не отлучитесь от Иерусалима, да, вы будете обличены силой свыше. И вот у меня всегда был вот этот вот аналогия, когда Иешуа был крещен Духом Святым, и водное погружение, он был несен Духом Святым в пустыню для испытания. Да. И интересный момент в Луки именно делается акцент на том, где он там был 40 дней, проходил испытания, он их, слава Богу, все нормально прошел. И вот тут интересный момент. И сказано буквально, что и вернулся Иешуа в силе Духа Святого. Именно вот то прохождение его, вот это терпение, ожидание, мудрость его и послушание, о котором вы говорите, оно привело к тому, что он был облечен в силу Духа Святого. И как раз написано, что он вернулся и был в Капернауме, исцелял людей, учил, и написано, дивились мудрости его. В данной ситуации мы видим аналогию, по сути, когда они облекаются силой для чего? Учить. Учить, исцелять, да, приобретать и нести свидетельство. Хотя они пришли к нему и говорили, бесы повинуются нам, это исцеление происходит. Нести свидетельство о том, что Иешуа есть Мессия. Ага, вот я хочу немножко так затронуть. Ты сказал, что некоторые сравнивают горницу пасхальную и горницу, где они собрались на Шаваот. Да? Хотя мы видим одну интересную вещь. Для тех, кто так предполагает, это лучше разобраться в Писании. Песах, он говорит, по семьям. Это указ от Всевышнего по семьям. Там нету публичной, храмовой, именно поедания, проведения по домам, самого. По домам. Да, по домам. Да? А Шаваот в храме. Это храмовое. Это народное сказать. Гуляние. Народ, и вот о чем этот момент. И я думаю, что для апостолов, будучи евреями или иудействующими, на то время они оставались иудействующими, они не могли бы взять, сказать, все, закончилось. Иудеями, это да. Еще радикальнее. Да. И они не могли просто взять и сказать, все, до свидания, мы по-другому не будем праздновать. И вот здесь-то как бы идея того, что мы говорили, видел ли Бог, о том, ну, и хотел ли Бог видеть в Иерусалиме храм и так далее, он-то предусматривал. Он-то предусматривал, что это будет дом молитвы для что-то для всех народов. И вот тут как раз вот интересная вещь, происходящая на Храмовой горе во время празднования Шаваота. Вот переживания. И вот тут как раз в этом контексте те люди, которые их слышали, которые были из других как бы народов, да, и слышали на своем наречии, на своем языке обращение апостолов, они вот то, что они говорят, они что, вина напились, да, когда Петр встал? Это и подтверждает то, что там не просто дом был какой-то, там действительно было много людей из разных то есть, народов. Если бы они где-то таки прятались, то как бы их кто-то услышал? И как бы 3000 человек в этот день? Скорее всего, я просто сейчас вот как раз перечитал этот отрывок, там как бы вообще две отдельные истории, что они вернулись и в горнице находились. Там можно сказать, что где-то какой-то верхний этаж или крыша здания. А дальше вторая часть истории, это уже как раз в день Пятидесятницы, они находились в каком-то доме, который, в каком-то доме, а, собственно говоря, домом можно назвать и храм, потому что там были люди, которые пришли на поклонение. Ну, мне сложно представить себе, что они в день Пятидесятницы были где-то вне храма, это раз. Во-вторых, если бы они где-то прятались, как бы люди, которые пришли на поклонение и в храм, увидели и услышали бы все это. То есть, по всей видимости, там, где дом, там идет речь все-таки о Доме Божьем, о храме. И, скорее всего, они находились именно в храме, либо где-то рядом с храмом, в непосредственной близости, потому что их увидели и услышали люди, пришедшие именно на поклонение в храм. То есть, это все...
Если бы просто они слышали их, как тогда сказать, что они... Они услышали и увидели все это. Да, и Петр говорит, то, что вы видите, это то, что обещал Бог. И есть исполнение пророчества. Да. И пророков. Да. Ну, очень интересно. Но момент такой очень для нас актуальный, чтобы понимать, что Пятидесятница – это неодноразовое переживание. Если вы каждый год приходили на поклонение и праздновали праздник, а это как должное, то мы дальше видим еще как бы увеличение или шаг выше. Помните, мы говорили, что Руфь, она, собирая остатки, колоски отбирая, да, и не нарушала заповеди и закон. А наоборот, Ваос поступала в соответствии. Да, а Ваос не нарушает, то есть он исполнял это. Где же Ваос делает больше, чем... Где нарушение логики обычной, повседневной. Да, где Тора нам не запрещает, но и также считает, это та линия, где делать больше добро. Как Писание говорит, делая добро, не унывайте, то есть или не ослабляйте. Да, это, кстати, очень интересный момент, потому что, к сожалению, многие воспринимают, вот написано так, вот я должен делать так. Так в добре тебе границ никто не ставит. Угу. Написано так, но также написано, если на сердце доброе, не делаешь грех тебе. Как определить эти границы? То есть интересная ситуация, демонстрирующая эту идею. К Ишуа пришла серафиникиянка, не еврейка, просить за свою бесноватую дочь. Он по Торе говорит, по Торе, как написано, разве можно взять хлеб у детей и бросить псам? Он пришел только погибшим овцам дома Израилева. Она намекает как раз на колоски. А она как раз на колоски. Я она шагал. Говорит, то, что отпадает от Господ, я имею по Торе право подбирать. Он говорит, окей, раз так, тогда ты получаешь. По вере. Отсюда? Да, то есть при всем при том, что он использовал очень обидное обращение к ней, назвав ее псиной, не выражаясь, не выражаясь конкретнее. Значит, она при всем при этом проявила кротость и смирение по отношению к нему, за что, собственно, и удостоилась получить ответ. Смотрите. И интересный момент. Ишуа знал границы, но он также прекрасно понимал, что творить добро можно не в рамках установленных границ. Бог, Он желает спасения для каждого человека. Ишуа говорит, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб хотя бы один из малых сих. Ну, я как бы веду к чему? Что... Где Боаз перешел вот эту границу, да. Где он нарушил повседневную логику. Логику, но не было запрета на дать воды. Понимаете? Но это не было приказано. Но не было приказано, что ты напои его. Да? Колоски отбрасывать тоже да. Не было повеления. Именно нарочно. Да. Да. Но ты это мог сделать, это не было нарушением закона. То есть он знал закон, он знал Тору, но он поступал сверх Торы. Да, он больше делал. Не сверх, здесь... просто он как бы милость проявляет. Он говорит, не надо, милость без фанатизма, ребята, не надо включать смотрите, сюда. Я о чем? Шавуот является... чисто вот агрокультурным таким праздником для еврейского народа. Когда ты войдешь, ты должен это будет праздновать. Запрет был ли для неевреев участвовать в нем? Ну, если мы посмотрим Исаию, где он говорит, что блажен муж и не называет его израильтянином или евреем, который хранит, помнит, и там я о субботе говорится, о повелениях. Там вообще интересный момент. Если не еврей, не был обрезан, и он все это соблюдал, какую он надежду имел? Никакой. Но оказывается, если Всевышний обращает внимание на таких людей, значит, оказывается, вот типа как Корнилий, он же не был обрезан. Я к этому иду. Исполнял то, что он не должен был делать,
и за что никакой награды свыше ему не было обещано. И вот это вот сердце человека, расположенное к Богу, независимо от того, получу или не получу, а скорее не получу, вот оно располагает Бога. Шавуот. Праздник урожая. Нечто происходит на этот праздник, где читается Хафтара, именно на свиток Сфири, Руфи, извините, пожалуйста. Но показывает будущее. Почему апостолы, даже, будем говорить так, собрание учеников или апостолов, или пресвитеров Иерусалима вызвали Петра для отчета в своем путешествии? Что больше всего их возмутило? Петра или Павла? Петра. Петра первого. Нет, это не первый иерусалимский, но Петр после путешествия к Корнилию. Правильно, дает отчет. Когда приходит Павел, вот тогда что Петр. Он был у неевреев, а он объясняет, что, послушайте, если Бог там сделал такое, что я мог сделать? В чем удивление? Они удивились, что Бог крестит их Духом Святым. Так же, как и нас. Для них это было финальной точкой, после которой они сказали, все, никаких претензий. Так я о чем? Иешуа приходит женщина, он говорит... Нет. Он ей говорит, нет, то есть я не могу тебе дать. Крохи падают, мы этим питаемся. Руфь, поле есть, не можешь всего взять, можешь только то, что падает. Да? И здесь получается, сами ученики удивились, что тот опыт, который они пережили, с ихнего стола, Божий, как Бог, который дал, падает на тех, кто недостоин, с их точки зрения. Никак. Параллели. Но при этом имеют то же самое. Параллели с Шавуота, благодати Божией просто... И распространяются, и расширяются. Ну да. Вау. Это, я считаю, что это вот интересный момент, и надо его прослеживать, что это вы примете силу, вы примете вот благовестие, вы примете то, что будете стоять в чем. То же самое произошло с отданием Торы, да, или утверждение народа как народ. Вы будете стоять во мне. Я даю вам в Шавуот свое слово. Я никогда не покину вас, не оставлю вас. Если будете моим народом. Мне, да. И момент здесь такой, что у вас уже будет сила отождествлять себя со мной. Так же самое, примите силу отождествлять меня тем даром Божьим, который вам дастся. И вы будете тверды в этом. Вы будете благовествовать, вы будете делать все необходимое. И будет вам сила дана даже страдать за имя мое, потому что без этого невозможно. Первый у нас страдалец, будем говорить так, у нас Стефан. Второй. Первый Иешуа. После Иешуа, я понимаю, что... Что происходит? Исполнившийся Духом Святым, не будучи даже апостолом, да, он благовествовал, и чудеса происходили. И потом, когда его приговорили к смерти, он говорит, я вижу отверстие неба. И он с радостью принимает что-то, чего... невозможно логика понять. Это опять нарушение привычной логики. То есть там, где Бог проявляет себя, там всегда происходит нарушение привычной логики. Сбой в системе. Да. Который системе, собственно говоря, только выводит ее на совершенно другой уровень. Но это то же самое переживание, что Иешуа переживал, наверное, на Голгофском кресте. Где он кричал, Абба, что ты меня оставил? Не оставляй. И этот момент очень был важный, что присутствие на том месте Бога важно было для Иешуа. У Стефана то же самое. Присутствие Бога на том месте было важно, и невозможно было это преодолеть, чем через Дух Святой. Если бы
Петр, который был на самом деле крещен в реальность Бога, в Иешуа как Мессию, да, он бы не отрекся. Потому что показывает жизнь потому, что он не отрекся, он дальше прошел свою жизнь. Не на пути, это было очень сильно. Он даже пошел благовествовать язычникам, потому что он боялся Бога. И говорит, вообще-то я ничего не ел такого, что ты, куда ты меня ведешь? И он пережил это, и он отстаивал эту позицию, хотя был апостолом для именно обрезанных. Можно сказать, что ученики, которые отреклись на Шавуот, пережили Песах Шени. Возможно. Можно так, возможно, даже это так. То есть они не в состоянии были вместить в себя то, что происходит, когда это происходило, но Бог дал шанс, когда Дух сошел, они стали способными вместить вот всю ту глубину, весь тот объем того, что Бог делает для человечества. Понятно. Давайте мы как бы вот немножко завершим эту секцию Шавуот в Иерусалиме, потому что мы можем еще много говорить и дискуссии вести, но важно понять, что этот опыт и переживание не остается единственным. Это открывает эру и рождение, во-первых, первоапостольской общины, и второе, мы понимаем, что это работа Духа Святого для продолжения. Хотя мы сейчас уже закончим нашу секцию на вот или этот класс, блок, да. Ну, когда мне говорят блоками, либо это писатель, либо это, помнишь, еще блок. Да, момент. Здесь как подвести нам итог? Я как бы сказал, это не единственное переживание, которое осталось только с апостолами. Это стало частью достоянием и возможностью для язычников, не имеется в виду не евреев, со наследниками соответственно, книги Руфь. Мы видим это такой прообраз. И история, как мы говорим, должна быть продолжена. Многие говорят, что с апостолами умерли и все даяния Духа Святого, и само крещение, понятие Духом Святым. Ну, тогда Бог это... не Бог, а идол. Да. Потому что Бог в динамике. Ну, и мы можем увидеть это в динамически развивающихся откровениях и исполняющихся обетованиях. А Бог в статике – это идол, которого вот поставили, и ничего больше не происходит. Аминь. И давайте тогда мы сейчас заключим и перейдем уже через 2-3 минуты к следующему нашему блоку. И, друзья, спасибо большое, что вы посмотрели и прослушали нас. Свои комментарии можете оставить в ссылочках, но не суди нас строго. Сегодня не является обучением учеба, то есть четкие позиции. Сегодня у нас дискуссия.